Первый снег в Шымкенте выпадет 9 декабря, прогнозируют синоптики. Город накроет штормовая погода с резким похолоданием. По ночам будут минусовые температуры, а днем воздух до конца этой недели прогреется не выше 3 градусов. Мокрый снег будет налипать на провода и деревья. На дорогах будет скользко, особенно по утрам. Резкая перемена погоды в ближайшие дни ожидается и в Туркестанской области. В Шымкенте 8 декабря днем ожидается дождь, который в ночь на 9 число перейдет в снег. Столбики термометров в мегаполисе ночью опустятся до минус 10 градусов. В Туркестанской области погода также будет переменчивой. В регионе пройдет дождь с переходом в снег. Ожидаются туман и гололед. Но до плотного покрова еще далеко. По словам специалистов, небольшой снег будет идти в основном по ночам и почти сразу таять. Морозная погода сохранится до 15 декабря. В ночное время столбики термометров в Шымкенте опустятся ниже 16 градусов мороза. И бояться стоит в первую очередь обморожения. Врачи настоятельно рекомендуют в нерабочие дни вообще сидеть дома, а если все же выходить на улицу, то одеваться максимально тепло.